Всем привет, и сегодня я вам покажу все о новой обнове 1.54. Она у нас связана с вокзалом, и там есть поезда. В общем, я еще сама ее не смотрела, но я знаю, что она про поезда по трейлеру, который показывали нам разработчики. Думаю, что вы его и сами видели, поэтому мне не надо будет его вам показывать. Ну и сейчас я вам буду показывать все об обнове. Итак, вот наша новая локация, вот она, вот такой вот вокзальчик. Это и есть наша новая локация в обнове. Что ж, ну и здесь мы видим, как такое место ожидания. Тут у него такой лоб сидит. Какой-то красивый стаканчик с кофе. И какая-то еще маленькая птичка. Здесь у нас инвалидное место, какие-то новые персонажи для раздела монстров. Дальше здесь у нас есть инвалидное кресло. Ну, их у нас, конечно, полно, поэтому неудивительно. Кстати, я в новой одежде, как и вот это вот пацанчик. Он из новых персонажей. Что у нас в этой бумажке? Двойка, ну конечно же. Кто бы сомневался. Дальше тут очень красивый такой светлый голубь. Я, наверное, его возьму с собой. Обожаю голубей, да? Здесь у нас, ну, вот такая фотокабинка. Посмотрим, какие здесь у нас есть эффекты. Так, обычный серый какой-то четырех и... Четырехсерый. Вау, как это прикольно выглядит. А где здесь мусорка? Куда выкидывать-то? Обычно возле этих кабинок есть мусорка. В смысле? Ладно. Что у нас здесь дальше? Здесь у нас такая еда. Я могу тоже стать поваром. Здесь у нас какие-то коробочки. Видимо, сюда складывать заказы. Вот такие вот новенькие кексики. У нас таких раньше не было. Новый цвет пончика. Интересно, с каким он вкусом? Тут у нас какая-то газировка, я не знаю, как это еще назвать. Просто ваушные коктейльчики. Мне кажется, они очень эстетические. И... я какой-нибудь из них возьму к себе, когда я закончу снимать это видео. Какие-то еще напитки. Так вот, как сказать. Ну и сейчас мы будем смотреть, что там дальше. Так. Здесь у нас новый ребенок. Наконец-таки, так давно не добавляли новых детей. В принципе, было ожидаемо, потому что детей были постоянно одинаковые дети, и давно не было новых. Вау, здесь у нас цветочки. Вот такую вот открытку можно дарить кому-нибудь на день святого Валентина, ну или чашку. А здесь у нас какая-то девушка. Здрасте. Так, здесь у нас какой-то кот. Очень красивая лежанка. Мне нравится. Завявшие цветочки. Да, значит, хозяйка ленивая. Что-что? Да ничего. Так, дальше у нас еще один кексик. Какая-то одежда. Карточки. Какой-то билет. Очки. Ой, причем разбитая. Прикольно. Дальше здесь у нас какая-то коробочка. Ага, здесь у нас макароны. Как ее закрыть? Чего вы вообще тут исследуете? Да подождите, я хочу показать подписчикам. Ну, вы в норме. Ладно. Так, здесь у нас напитки. И костюм Деда Мороза. Стоп. Откуда? Ну, не
никто не знал, но я на самом деле Дед Мороз. Хо-хо-хо! А вы в курсе, что я не верю в Деда Мороза? Вы меня не приведете. Даже шляпа есть, посмотрите. Хо-хо-хо, я Дед Мороз! У меня лучше получается. Ну, попробуйте. Хо-хо-хо, хо-хо-хо! Что тут за театр Хокани? Короче, я пошла. До свидания, Дед Мороз. Так, идем на следующий этаж, то есть на нулевой. Итак, я приехала. Здесь у нас какие-то тележки. Что, магазин, что ли? Хотя, это же у нас такой вокзальчик. Значит, это для всяких там багажников. Это огрызок яблока. Интересно, мы его можем есть? Можем? Вы серьезно? Фу. Так, это у нас какая-то бабушка. Видимо, новый персонаж. И это у нас новый кристаллик. Очень красивый, ничего не скажешь. Возвращаю. Возвращаю, я ничего не крала. Дальше, ребята, вау, это реально поезд. Посмотрите, здесь можно сидеть. Здесь у нас такой мешочек, всякие чемоданчики. Ну и самое главное, это, конечно же, спальня. Скорее всего, я сниму в этой локации нелюбимую дочь. И да, пожалуйста, перестаньте писать, когда нелюбимая дочь. Я, конечно, понимаю, что вам интересно продолжение. Но у меня просто не грузились персонажи. Вот я скачала обнову, теперь они грузятся, и поэтому она скоро будет. Итак, давайте мешок мы оставим вот здесь, вот посмотрим, что здесь. Тут еще экран подъедет. Прекрасно, как вам сказать. Здесь у нас безумно милая игрушечка собачки. Ее бы можно было кому-нибудь с персонажа дать. И здесь у нас какой-то чемоданчик. Тут, наверное, его забыл. Так, еще тут какой-то журнальчик почитать. Без комментариев, знаете. Чемоданчик, конечно, не очень приличный. Я бы таких людей сюда не пускала. Да уж, место, конечно, кайфово, мне нравится. О, здорово, машинист! Ну что стоим-то? Поехали! Что ты наделала? Это сейчас была остановка! Извините. Меня тут не было. Ну все, я показала вам всю обнову, которая в обнове 1.54. Если вы хотите скачать эту обнову, то заходите в мой телеграм-канал по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Там уже есть ссылка. Просто скачивайте ее, и у вас будет это обновление. И следующее видео будет про еще новейшее обновление, которое с котиками и собачками. Так что обязательно посмотрите ссылку на то обновление. Я тоже кину в телеграм-канал, но только когда выйдет то видео. Что ж, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась обнова, и вы ее себе сможете скачать. Всем пока!